Пилот, силы АМСИ продолжат нас искать. Чтобы выжить, нужно встретиться с майором Андерсоном в 60 километрах от нашего местоположения. Чтобы выжить, придется импровизировать и приспосабливаться. Улучшенное вооружение. Это может дать нам тактическое преимущество. Отлично. Новое оружие нам пригодится. Согласен. Титаны АМСИ оборудованы улучшенным вооружением. Это будет способствовать нашему успеху. Пилот, снаряжение Тона позволит нам захватывать цели и выпускать самонаводящиеся ракеты. Это пригодится в бою. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Включаем.
Проверяю сонарный пульсовик. Фильтрация опасных отходов. Оптимизированный полигон. Купол 1. Двинуться дальше нам мешают ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления. Режим техобслуживания. Открытие ворот регулирования сока. Внимание! Обнаружены токсичные пары в главном зале. Закрывается предохранительный шлюз комнаты управления. Пилот, предохранительный шлюз задраен. Следует найти другой выход из комнаты управления. Нам придется разделиться. Разделиться звучит рискованно. Учитывая текущую ситуацию, этот риск полностью оправдан. Отслеживаю ваше местоположение. Рекомендую найти выход. Внимание! Ты тоже смотри его. Говорит... Понял, пилот. Друзья из АМС и ополчения, у нас возникло недопонимание. Но ничего страшного. Все хорошо. Вражеский пилот! Кто это был? Открывай досье. Кейн. Наемник, обычно связываемый с бандой Высшие Хищники. Известный наркоман и наркоторговец. Цель близко! Обращаюсь к ополченцам, оставшимся на объекте. Если кто-то не в курсе, Кейн тут главный. Чувствуйте себя как дома, пока вас не убьют. А ждать осталось недолго! Оставшимся на объекте. Если кто-то не в курсе, Кейн тут главный. Чувствуйте себя как дома, пока вас не убьют. А ждать осталось недолго! Ополченцам, оставшимся на объекте. Если кто-то не в курсе, Кейн тут главный. Чувствуйте себя как дома, пока вас не убьют. А ждать осталось недолго! Черт, есть-то живой! Говорит Енот-3, 9-й флот ополчения! Мы держим оборону в вычистном комплексе! Новая тяжелая пехота! Мы в ловушке! Пилот, я обнаружил бойцов ополчения на пути вашего следования. Им может потребоваться помощь. Капитан, у труп что-то движется! Осторожно! Это наш пилот! Капитан, у нас тут пилот ополчения! Не стрелять, он из РСА! Я не видел своего, сэр! Нашему отряду крепко досталось. Им срочно нужна помощь!
обнаружены мертвые лисицы. Необходимы срочные удаления. Ощущение, что мы несколько дней идем. Вам требуется отдых? Вражеский нет. Пилот. Хорошо. На отдых нет времени. Мы должны выполнить задание. На боковой столовой на чеку. Фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон «Купол-2». Авангард и пилот из РСП убивают бойцов из АМС. Кто бы ты ни был. Надеюсь, ты лучше того, кого я убил до тебя. Внешние финансы на сколько переключены на самом деле? Тоже беги. Где находишься? Иду вдоль грязевого потока. Впереди сильное течение, что указывает на выход. Двигайтесь дальше. Пилот, еще немного, и наши пути пересекутся. Отлично. Очень рад. Обнаружено скопление сил безопасности АМС. Приготовьтесь, пилот. Давно не виделись, Бити. Соглашусь. Через ваш шлем я вижу все ваши действия в реальном времени. Вы достойно сражались, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель.
Ладно, ребята, поиграли и будет, я спускаюсь. Включение системы фильтров насоса. Аварийное отключение. Бросайте клещей, выкурите их! Лямбда 4 воздух, выпускаю клещей. Цикл остановки насосов 20%. В токсичной грязи много тяжелых металлов. Они мешают работе моих систем наведения. Значит, мне самому все делать? Пока что, да. Лямбда 4 воздух, выпускаю клещей. Лямбда 4 земля, выпускаю. Остановки насосов 90%. Держались, я отметил это в протоколе. Я обнаружил выход на этой стороне. Сюда. Включен режим пилотирования. Директива номер 2 выполнил задание. Тебя не приглашал, поэтому ты умрешь. А так, отлично, еще один лучший герой. Да еще и с титаном РСП-класса «Авангард». Ого, одобряю! Повеселимся, салага.
Сдвигайте оставляемо. Вали, салага, просто вали! Рация в шлеме Кейна все еще работает. Следует ее забрать. Расшифровка вражеских переговоров всегда играла важную роль в войнах. Это даст нам преимущество. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение.